итогам 10 конкурсов среди участников казачьего сполуха в тройку лучших вошли Кубанское, Центральное и Уссурийское войсковые общества. На третьем месте представители Сахалинской области. Вторыми стали кадеты из Ярославля. Победители военно-спортивной игры – ученики кадетского корпуса имени генерала Геннадия Трошева из города Кропоткин. Лидер всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи – команда Центрального войскового казачьего общества из Ярославской области. Второе место у представителей Кубани. Участники из Всевеликого войска Донского заняли третье место. Победителей наградила член Совета при президенте Российской Федерации Валентина Иванова. Казаки всех 11 войск страны являются и смелыми, сильными, отважными. Умеют и ценят традиции казачества, знают историю казачества и способны точно так же защитить родину, как это было присуще казакам. Победа далась очень сложно, долго готовились, борьба была ожесточенной. Все приехали сюда за победой, но готовились лучше всех. Так. Служу России, Кубани, казачеству! Долго готовились к этим соревнованиям, приложили много усилий и, конечно, наверное, процентов так 80 мы ожидали, то, что мы, конечно, займем первое место, потому что мы за этим сюда и приехали. Награды за вклад в развитие казачества получили руководители и капитаны команд, участвовавших в параде, посвященном 320-й годовщине образования Кубанского казачьего войска. Когда сегодня говорят о патриотизме и говорят о том, что якобы в России нету патриотов, настоящих защитников отечества, на которых можно положиться, вот они, бери и став в строй для защиты отечества. А то, что проходят соревнования, другие мероприятия, это надо, потому что надо как-то воспитывать, чем-то воспитывать дух казачий, обычаи, традиции казачьи. Все это совокупно, оно нужно и необходимо. В финале закрытия команды прошли торжественным маршем со знаменами своих войск. За 2 недели соперники стали друзьями. Молодые кадеты узнали о традициях и быте казаков со всей России. Для каждого участника эти соревнования – неоценимый опыт, который пригодится в дальнейшем при обучении и воинской службе.